Кипр. Остров богини Афродиты находится в восточной части бассейна Средиземного моря. Здесь очень приятный климат, а пейзажи разнообразны. Высокие горы, прекрасные пляжи, идиллические деревни и красочные гавани, а также замечательные монастыри, украшенные византийскими фресками. Поэтому неудивительно, что Кипр стал излюбленным местом отдыха для туристов. Ларнака является столицей туризма и главными воротами Кипра. Центр современной жизни острова сосредоточен в деловом районе Ларнаки. Но тем не менее Ларнака остается в первую очередь престижным курортом. В Ларнаке действует международный аэропорт – воздушные ворота Кипра, через которые на остров прибывает подавляющее большинство гостей, а морской порт стал главным грузовым портом страны. Гавань приветствует суда, прибывающие из арабских стран и Израиля. Отсюда можно отправиться на лодке в Сирию или Ливан. Путешествие займет всего 2 дня. Автомобильные дороги на острове хорошего качества и общественный транспорт достаточно развит. К услугам туристов предоставляется такси, аренда автомобилей и мотоциклов. В наследство от британского управления досталось левостороннее движение, и это поначалу немного усложняет жизнь автолюбителей. Но ко времени окончания вашего отпуска вы обнаружите, что уже легко справляетесь с этой задачей. Город состоит из 3 частей. Первая – это побережье с современными зданиями и пляжами. Вторая – старый город. А третья имеет название «Турецкий квартал». Дома, расположенные на набережной, представляют собой настоящее произведение искусства. Одной из главных достопримечательностей Ларнаки является церковь святого Лазаря. Согласно Евангелию от Иоанна, Христос воскресил умершего Лазаря. Впоследствии воскресший Лазарь перебрался на Кипр и стал первым епископом древнего Китиона. После смерти его похоронили в городе, и на месте захоронения в 9 веке нашей эры воздвигли церковь святого Лазаря. Изначально мощи святого Лазаря находились в Ларнаке, а затем были перевезены в Константинополь. От древнего города Китион остались лишь небольшие раскопки в северной части Ларнаки. Могилу Лазаря мы можем увидеть в крипте под храмом, и надпись на его пустующем саркофаге содержит следующие слова: «Друг Иисуса». Храм состоит из 3 нефов и увенчан 3 куполами. Росписи храма выполнены в византийском стиле. Здесь в настоящее время проводятся грандиозные свадьбы и крестины местных жителей. На кладбище в свое время хоронили иностранцев, а именно высокопоставленных англичан. Исследователи пытаются связать название города с греческим словом «ларнакс», то есть «саркофаг», который имеет прямое отношение к гробнице Лазаря. На Кипре множество пляжей и бухт предназначено для отдыха и купания. Но большинство туристов предпочитают отдых на Айя-Напа. Это место находится в 40 километрах от международного аэропорта. Некогда тихая рыбацкая деревушка претерпела изменения и уже начиная с 70-х годов превратилась в высококлассный курорт. Когда турецкие оккупационные войска отторгли северную часть острова, туризм начал развиваться здесь, на юго-востоке Кипра. Многие греки-киприоты, владельцы гостиниц, перебрались сюда, и спустя недолгое время на несколько десятков километров по побережью выросли белоснежные здания роскошных отелей и пансионатов, любимые места британцев, а также туристов из холодных скандинавских стран. Небольшая турецкая часовня привлекает своей экзотикой многих туристов. В течение 82-летнего британского владычества многие греки отправились в Англию, чтобы учиться и работать.
Их потомкам в настоящее время принадлежат многие виллы на морском побережье. Космополитический центр Айанапы заслуженно гордится широким выбором развлечений, включающим в себя бары, итальянские и китайские рестораны, дискотеки, рестораны быстрого обслуживания. Если вы ищете беззаботный отдых на море с теплой температурой воды и не желая беспокоиться о погоде, то это место на Кипре предназначено для вас. Кроме того, это место будет весьма любопытным для туристов, изучающих флору и фауну, а также быт и богатое культурное наследие народов исторического прошлого. Такие слова принадлежат экскурсоводам. Это действительно так. Можно добавить еще также, что преступность на острове практически отсутствует. За исключением тех случаев, когда иностранные воры желают провести свой отдых по соседству с вами. Главная площадь города названа в честь лауреата Нобелевской премии греческого поэта Сеферина. Основной достопримечательностью Айанапы является Венецианский монастырь XVI века, окруженный высокой стеной. Древняя легенда гласит, что в далекие времена эта местность была покрыта густым лесом и считалась необитаемой. Но однажды какой-то охотник обнаружил в лесу пещеру, а в ней икону Богоматери. Поэтому лес много веков считался священным, а икона получила имя Богоматери Айанапы. Монастырь посещает множество паломников со всего света. Он строился венецианцами в XVI веке и должен был стать католическим, но пришедшие вскоре на остров турки передали монастырь православной общине острова. В этом качестве он просуществовал до XVIII века. Достопримечательность монастыря – крытый фонтан. Легенда повествует, что фонтан соорудили в память об одной из монахинь, молодой девушке, венецианке. Она принадлежала к знатному роду, но влюбилась в бедняка. Их брак не состоялся из-за несогласия родителей девушки. Отчаявшись, она стала монахиней. Монастырь с 1978 года – экуменический центр, то есть центр движения за объединение всех христианских конфессий. К услугам туристов предоставлены отличные 4-5-звездочные отели, которые были построены еще в 70-е, но впоследствии были переоборудованы на самый современный лад. Гостиницы снабжены бассейнами, хотя море находится всего в 100 метрах от них. Но если вы предпочитаете купание в пресной воде, то почему бы не освежиться в бассейне отеля? В вечернее время для развлечения туристов предлагаются всевозможные увеселительные мероприятия. Бары и дискотеки работают здесь до рассвета, а рестораны предлагают восхитительные и изысканные блюда греческой, средиземноморской и интернациональной кухонь. Морские путешествия начинают свой путь от очаровательной гавани Айанапы. Эти поездки наполнены незабываемыми ощущениями. На замечательном паруснике мы пройдем мимо небольших курортов Ниссибич, Макронисоса, Дириния и Протараса. Современный Протарас знаменит своими песчаными пляжами, самым известным из которых является пляж залива Фигового дерева. Вдоль пляжей Протараса расположены десятки отелей, вилл, апартаментов, ресторанов и прочих атрибутов курортного места. Полуостров заканчивается мысом Греко, сохранившим нетронутость первозданных пейзажей. Со времен турецкой оккупации 1974 года Паралемни превратился во временный административный центр округа. Местное население активно занимается повседневным бизнесом, поэтому к услугам туристов предоставлены банки, компании по аренде автомобилей, таможня, полицейские участки, туристические агентства, офисы авиакомпаний, страховые бюро и больница. Несмотря на то, что в зимние месяцы все деревушки, расположенные по соседству, пустуют, Паралемни процветает и всегда ждет новых посетителей. В бинокль из этих мест мы можем увидеть турецкую сторону. На паруснике можно пройти вдоль прекрасных пещерных образований и бухт, защищенных от ветров. Эти места считаются идеальными для купания. И вот постепенно ряд отелей заканчивается, и побережье становится пустынным. Лодкам разрешено ходить только до буферной зоны, которая контролируется ООН, и место, где заканчивается греческая территория острова, отмечено флагом. В
1960 году остров получил независимость, вскоре став ареной столкновений между греческой и турецкой общинами. В июле 1974 года при поддержке греческой военной хунты на острове произошел военный переворот. Президент Макариус был отстранен от власти, а контроль над островом перешел к Никосу Сампсону, представителю греческой подпольной организации, выступавшей за присоединение Кипра к Греции. В качестве ответной меры, в соответствии с договором 1960 года, на Кипр были введены турецкие войска. Фактически силовая акция привела к разделу острова, а уж вторичным является то обстоятельство, что оно имело следствием падения греческой военной хунты и восстановления архиепископа Макариуса у власти. Остров Кипр в результате оказался разделенным на север, контролируемый турками-киприотами, и юг, контролируемый греками-киприотами. Туристы могут достичь турецкого побережья острова на лодках. Обычно такая поездка организована местными турецкими туристическими агентствами. Теоретически вы можете пересечь границу в Никосии, но теории не всегда могут быть реализованы на практике. Разделение острова на Республику Кипр и на Турецкую Республику Северного Кипра не нарушает привычную жизнь местного населения. Турецкая Республика Северного Кипра признана Турцией. Большинство государств мира считает, что Республика Кипр сохраняет суверенитет над всей территорией, входившей в ее состав до 1974 года. На выборах в феврале 2005 года Турецкая республиканская партия, выступающая за воссоединение Кипра, заняла наибольшее количество мест в парламенте, но не сумела достичь подавляющего большинства. Ночная жизнь в Айнапах бурно кипит в течение всего летнего сезона. Владельцы дискобаров и ресторанов стремятся превзойти друг друга воплощением всевозможных идей, направленных на развлечение туристов. Для незабываемых ощущений нам предлагаются джунгли, пиратские корабли и лабиринты из зеркал. Магазины работают допоздна, а на побережье для посетителей открыт лунопарк, где взрослые дети могут насладиться поездкой на американских горках, колесе обозрения и другими увлекательными развлечениями. После разделения подавляющее большинство греков-киприотов живет на юге, а турки – на севере. В столице Кипра находится памятник президенту Макарию, и памятник является почитаемой достопримечательностью. Михаил Мускас родился в деревне Панагея в кипрском округе Пафос. В возрасте 13 лет он был отдан в монастырь и всю свою последующую жизнь отдал служению. Получал богословское образование в Никосии и Афинах. В 1942 году получил диплом теологического факультета. В 1938-м Мускас за отличную учебу получил приглашение продолжить обучение в Бостонском университете. Все еще пребывая на учебе в Бостоне, в 1948 году он получил уведомление о своем избрании епископом Китиона. Мускас, принявший монашеское имя Макарий, вернулся на Кипр, находившийся под британским колониальным управлением. Вскоре он превратился в авторитетного и харизматичного лидера острова, активно выступавшего за предоставление национальной независимости и объединение с материковой Грецией. Путч черных полковников в Греции в 1974 году вынудил Макария ненадолго эмигрировать в Лондон. Однако в 1975 году
Он возвратился на Кипр и оставался на посту президента до самой кончины в 1977 году. В столице находится еще один памятник, который был создан в память о независимости острова, достигнутый в 60-м. Это впечатляющее произведение искусства увековечило представителей оппозиции, среди которых мы можем увидеть Макариуса Гривас. К сожалению, в то время, когда памятник был завершен, турки вторглись на Кипр, и произошло разделение, поэтому памятник никогда не имел официального и торжественного открытия для общественности. Город окружен крепостными стенами с башнями длиной в 5 километров. Эти стены были построены в 1489 году после захвата города венецианцами. В те времена для входа в город были предназначены трое ворот. В настоящее время ворота Пафос и Фамагуста расположены на юге Никосии возле греческой границы. 5 из 11 башен сделаны в виде сердец и имеют следующие названия: Триполи, Давила, Констанца, Бадакатара и Карафа. Старый ров, наполненный водой, в наши дни превратили в парк со спортивными площадками и автостоянками. Набережная Лаики Гитания наполнена ресторанами, лавками народных ремесел, галереями живописи и разными магазинами. Узкие улочки с кафе и базарами, находящиеся в тени крупных деревьев, пропитаны восточным духом. Венецианские форты соседствуют с готическими сооружениями, на вершине которых мелькают флаги с изображенным на них полумесяцем. Это говорит о том, что турки, греки и армяне едины в своей любви к родине. Так описал ситуацию австрийский эрцгерцог Людвиг Сальватор после своего визита на Кипр в 1873 году. Мы знаем, что эта идиллия продолжалась ровно 100 лет. Миновав несколько небольших магазинов, мы подходим к главной улице города. Здесь расположен супермаркет «Вулвард». Отсюда мы можем увидеть турецкую часть города. Буферную часть города называют «зеленой зоной». И здесь находятся контрольно-пропускные пункты с солдатами ООН. Если вы хотите перейти на турецкую сторону, вам нужно получить специальное разрешение от властей. А также следует помнить, что условия этого разрешения постоянно меняются. Левкара расположена на высоте 700 метров и считается одним из главных туристических объектов на острове. Женщины, проживающие в горной деревне на протяжении 5 веков, занимались вышиванием покрывал, скатертей и кофт. Их продукция продается по всему Кипру и хорошо известна за рубежом. Согласно историческим записям, Леонардо да Винчи приобрел местный холст для росписи алтарной части купола в Милане. Полотна, которые служат женщинам для вышивки, обычно поступали из Греции, но в настоящее время их поставляют из Ирландии. Ткачихи вышивают рукотворные древние мотивы, которые достались им по преданию от их предков. Процесс работы над тканью обычно продолжается 2,5 месяца. Многие из женщин заняты работой прямо на крыльце перед дверью своего дома, и обычно они ведут неторопливую беседу с соседями и потенциальными покупателями. Ткачихи владеют английским, поэтому мы можем услышать от них много интересных историй о повседневной деревенской жизни, местных обычаях и традициях.
Женщины заняты вышиванием, а мужчины делают ювелирные украшения. Ткани и изделия из серебра продаются в близлежащих лавках. Мы можем попробовать замечательные образцы кипрской кухни сыр халуми и знаменитый сасукас. Этот деликатес приготовлен методом окунания на веревке грецких орехов и миндаля в кипящий сироп. Затем, когда сироп загустевает, блюдо напоминает колбасу и предназначено для употребления. Другой очень известный продукт имеет название сироп рожкового дерева. Помимо сахара, в плодах рожкового дерева содержатся слизи, пектины, белок, крахмал, дубильное вещество и органические кислоты. А также в этих плодах в избытке витамины группы В. Рожковое дерево отличается замечательной чистотой. Ни на его стволе, ни на ветвях, ни на листьях нет никаких паразитов. Благодаря этим свойствам рожковое дерево у многих народов считалось священным. Его принято считать панацеей от всех болезней. И этот сироп предназначен для лечения желудочных заболеваний, для лечения простуды и для профилактики ослабленной иммунной системы. Местные жители обращаются к врачу только на третий день, в том случае, если после употребления сиропа они не почувствовали облегчения. Мы можем наблюдать процесс обработки и приготовления этого сиропа в комплексе «Карабмил» в Лимассоле. Здесь также популярен сладкий турецкий десерт «Лукум». Неподалеку от Лимассола, у подножия горы Троодос, на склонах холмов разбросаны романтические деревушки Аласа, Платрес, Амотхас и Пеландри. Но самое живописное из них считается Лания. В деревне находится греческая православная церковь с удивительным интерьером. Эти деревни знамениты своим виноделием. Остров, а особенно его южные регионы, были производителями вина на протяжении многих веков. Крупные винные заводы расположены в районе Лимассола. Большим успехом пользуются белое легкое и полусладкое вино Аспра Краси. Красное вино Мавра густое и сладкое, а самое известное Кумандария начинает свою историю из Средневековья и названо оно в честь Ордена Магистров. Вино изготовлено из винограда, который растет в нескольких деревнях. Существует рассказ о султане Селиме, предводителе турецких войск, который очень любил выпить. После употребления большого количества вина Кумандария он подскользнулся в бане и умер. Так что будьте осторожны при употреблении алкогольных напитков, особенно жевании. Эта водка из виноградного жома напоминает итальянскую граппу. Этот напиток очень любят употреблять лыжники горы Троодос в период теплой зимы. Деревенские жители по-прежнему руководствуются древним опытом виноделия и с удовольствием демонстрируют зрителям процесс изготовления вина. Вторым по величине городом Кипра считается Лимассол. Он давно уже спорит с Никосией за звание основного центра промышленного производства и торговли. Многочисленные отели города, которые были возведены в последние годы, готовы принять самых требовательных туристов. Расцвет города начался лишь в эпоху крестовых походов. В
1191 году в районе Аматоса высадился Ричард Львиное Сердце, невеста которого, Беренгария Наварская, попала в руки правившего островом Исаака Комнина. В результате Комнин был низвергнут, невеста освобождена, и здесь же в Лимассоле Ричард и Беренгария обвенчались. Окунуться в эти исторические события и даже перенестись в прошлое мы можем с помощью замечательного аттракциона «Машина времени» неподалеку от средневекового замка Лимассола. Во время путешествия на машине времени сначала вы увидите красочный фильм, рассказывающий об истории острова, а затем вас ожидает увлекательное получасовое путешествие сквозь 10 тысяч лет истории Кипра, которое современная технология превратит в реальность. Безусловно, мы увидим и воскрешение Лазаря, и даже встретимся с Афродитой. В фильме мы увидим периоды эллинистической, римской и византийской эпох. Также мы посмотрим сюжет, в котором по воле Ричарда в 1191 году Кипр перешел под управление Гида Лузиньяна, и Лимассол стал опорным пунктом крестоносцев, направлявшихся в Святую Землю. Далее мы посмотрим киноисторию про монахов ионитов. Им принадлежали плантации сахарного тростника, из которого на территории замка Колосси изготавливался сахар. Мы увидим упадок в результате землетрясений и вторжений сначала генуэзцев, затем египетских мамлюков и, наконец, правление турков-османов до конца XIX века, пока турков не сменили англичане. Напротив машины времени расположен огромный магазин «Центр морских губок». Здесь мы можем увидеть все, что только может предложить нам море, и посмотреть концертное выступление. With the sponge out of the sea, destroy the sponge. It's come very hard
for this reason we press very well the difficult for us to bleach. After we have to remove the stones, the shells from the root, put in the bleach about 7-8 hours and destroy the stones and the shells. After, when we take it out, it's like this one. No stones, no shells in the root. See? If we want to change the natural color, we put in the bleach. На витринах представлено невероятное количество губок и морских огурцов. После обработки в специальном растворе эти губки белеют и служат для мытья. В магазине продаются раковины, сувенирные изделия, сокровища, найденные на дне моря, и косметика из натуральных минералов. Среди экспонатов мы можем обнаружить грибные винты морских судов и окаменелые подводные снаряжения 200-летней давности. У входа собственной персоной улыбается нам капитан Кусто. Если вы желаете приобрести необычные сувениры на память о вашей поездке на Кипр, то это место для вас. В 19 километрах от Лимассола находится Курион, место зрелищных археологических раскопок. Эти раскопки начались в 1880 году. Считается, что поселение Курион за 1200 лет до н.э. основали участвовавшие в Троянской войне греки. Курион был одним из городов-государств острова. О нем упоминал Геродот. Археологические раскопки подтвердили тесную связь острова с материковой частью Греции и обнаружились признаки культа Аполлона. Начало заката Куриона как одного из основных городов, государств острова, положило разрушительное землетрясение IV века – а окончательно люди ушли отсюда в VII веке, спасаясь от арабских завоевателей. Театр Куриона возвели во II веке до н.э., а спустя 400 лет расширили. В настоящее время в летние месяцы в театре устраиваются представления греческой трагедии. Разные интересные достопримечательности, обнаруженные во время земляных работ, можно увидеть в бывшем центре города к северо-западу от театра. Здесь сохранились развалины раннехристианской базилики. Это свидетельствует о том, что жители Куриона приняли христианство приблизительно в IV веке н.э. На месте бывших домов и римских бань сохранились мозаики. Археологи уверяют, что полы этих бань были с подогревом, а сами бани были оснащены бассейнами с холодной, теплой и горячей водой. На некоторых мозаиках изображение рыб и птиц – символы раннего христианства. Пафос – город в юго-западной части острова Кипр. Это религиозный, культурный, торговый и административный центр одноименного района. Население города составляет приблизительно 30 тысяч жителей. Город богат древними и средневековыми памятниками. Возможно, что гавани Пафоса являются самыми живописными на острове. Здесь расположен шумный порт с большим количеством мелких рыболовных судов. Пафос был одним из городов, которые 300 лет, с 1600-го, по 1300 годы н.э. платили дань египетским фараонам. Город построен около 1500 года до н.э. и в эпоху Римской империи был резиденцией проконсула. Одним из проконсулов, размещавшихся в Пафосе, был Цицерон. Во времена крестовых походов город был знаменит своими судостроителями. В 1984 году в сторону востока от Пафоса был построен аэропорт, который обслуживает также частные самолеты и чартерные рейсы. Это очень способствовало развитию туризма. Мы можем заметить, что рост новых отелей продолжается и по сегодняшний день. Склады и старые доки были превращены в магазины и рестораны. Весь район полностью сосредоточен на развитии туризма. Атмосфера ресторанов в гавани очень приятна. Все больше и больше местных молодых пар желает проводить там свадебные церемонии. Не только турецкие потомки, но англичане зачастую приезжают сюда, чтобы устроить свои свадебные торжества.
Каждая кипрская невеста от своего отца получает в качестве приданного дом. Но, может быть, вам будет любопытно узнать, почему зарубежные женихи не выстраиваются в бесконечный ряд. Существует мнение о том, что девушки Кипра обладают не только большим приданным, но и большими усами. В одной кипрской поговорке говорится, что если отец имеет одну дочь, то он счастлив. Если две, то он начинает нервничать. Но если в его семье уже три дочери, он просто застрелится. Устройства свадеб отличаются от свадебных церемоний большинства европейских стран, хотя, надо признать, они очень практичны. В Европе гостей угощают праздничным обедом, здесь же гостям предлагают только напитки. Однако свадебные подарки от гостей очень приветствуются, особенно если это толстые конверты. Таким образом, молодожены получают неплохие сбережения, на которые они способны купить новый автомобиль и дом. На Кипре высоко развита система образования, здравоохранения и пенсионный фонд. Будем надеяться, что в один прекрасный день лидеры разных стран, приезжая сюда на отдых, немного изучат эти процессы развития. Небольшой форт отражается в воде. Здесь была крепость, построена в период расцвета империи Александра Македонского и впоследствии разрушена венецианцами. На развалинах в 1592 году было построено новое турецкое укрепление. Англичане его использовали в качестве хранилища соли. В настоящее время в крепости располагается галерея и обзорная башня. В 1962 году в южной части мыса над портом Пафоса были обнаружены остатки римских жилых строений 2-3 века. В ходе раскопок археологи вскрыли 5 римских вилл, 4 из которых сейчас открыты для осмотра. Сами строения почти не сохранились, но некоторые мозаики полов уцелели. Изображенные на них герои греческой мифологии и дали название виллам. Лучше всего дошли до нашего времени мозаики на вилле Диониса. Вообще, орнаментальным мозаикам дома Диониса свойственно чрезвычайное богатство и разнообразие мотивов. Во многих помещениях полы украшены мозаиками только с геометрическими узорами. Мозаики дома Диониса отличаются высоким совершенством исполнения. Заметна большая стилистическая близость отдельных композиций. Вероятно, все они исполнены одной группой мастеров. Очень тонко сделан орнаментальный бордюр в виде пышных, закручивающихся спиралями стеблей винограда с птицами и плодами между ними. Раскопки в Пафосе показали, что римское искусство играло на Кипре в первые века нашей эры значительно большую роль, чем греческое и эллинистическое – предшествующие периоды. Дом Диониса, датируемый 3 веком нашей эры, был построен на фундаментах более раннего дома, 1 века нашей эры, следы которого были обнаружены при раскопках. Эта усадьба занимала целый городской квартал. По другую сторону одной из окружавших ее улиц найдены остатки жилища аналогичного типа, также с мозаичными вымостками, но, к сожалению, сильно поврежденными. Это говорит о том, что дом Диониса отнюдь не был исключением в городском строительстве Пафоса. Археологические исследования города продолжаются. Недавно было открыто еще одно здание с мозаичными полами. Одно из помещений украшено великолепной мозаикой, изображающей борьбу Тезея с Минотавром. Именно здесь, неподалеку от Пафоса, находится место, где, по преданию, богиня любви и красоты Афродита вышла на берег из пены морской. Множество туристов стремится сюда, чтобы увидеть знаменитую скалу, рядом с которой на свет появилась Афродита. Многие приезжающие желают прикоснуться своими руками к скале Афродиты в надежде обрести вечную молодость. Я никогда не видел острова, посвященного женщине, и никогда не дышал воздухом, наполненным опасными и сладкими искушениями, признался неогреческий писатель Никос Казанзакис. Гора Троодос находится в середине острова. Самая высокая вершина Олимпа сравняется почти 2000 метрам.
и она плавно опускается на юго-запад. Многие жители, не любящие жару, построили свои дома в этой местности. Здесь воздух всегда прохладный, и деревья создают густую тень. Большой дом с террасами в колониальном стиле является пристанищем для семей родственников британских бюрократов, которые позаботились о будущности своего бизнеса в этих местах. К интересным достопримечательностям мы можем добраться благодаря горным шоссе. Здесь расположен центр посетителей Тродос, который включает в себя выставочные залы, рассказывающие об истории прошлых лет, а также комнаты для обозрения гор. Эти места часто посещаемы туристами как в летнее, так и в зимнее время. Документальный фильм повествует о местной природе, красочной растительности, о разных временах года и о традиционной жизни горных деревень. Фильм интересен туристам, которые отдыхают летом, а в зимнее время его с интересом смотрят лыжники, отдыхающие в этих местах. Интересный факт истории заключается в том, что французский поэт-символист Рембо работал здесь старостой во время строительства дворца губернатора. В возрасте 26 лет поэт приехал на Кипр в поиске приключений и нашел остров удивительным и прекрасным. В фильме мы видим лесных животных. Из редких животных особенно интересен эндемичный кипрский горный баран – муфлон. Последние годы охота на него запрещена правительством. В лесной зоне гор водятся лисицы и зайцы. Благодаря высоте и горному рельефу в Тродосе выпадает максимальное количество осадков на Кипре. В отдельные годы их количество превышает 1000 мм в год. Снегопады происходят каждую зиму. А вокруг вершины Олимпа снежный покров сохраняется 3-4 месяца в году. Природа гор Тродос характеризуется наличием крупных лесных массивов и богатой флорой с большим числом эндемичных растений. В Средневековье склоны гор были покрыты бесконечными рядами кедровых деревьев. Высокие качества этих деревьев были использованы для лодочного строительства, но, к счастью, кедры не были полностью уничтожены благодаря методичному подсаживанию. К югу от 1400-метровой горы Трипилос в Сидорвале 40 тысяч кедров находятся под бдительной государственной охраной. В тихом одиночестве обитает несколько монастырей. В основном их посещают верующие местные жители, но они также рады приветствовать туристов в любой из дней. Однако следует помнить, что вход в коротких юбках и шортах воспрещен. Поэтому для тех, кто не успел должным образом одеться, предлагают одежду на прокат. Эти услуги не бесплатные. Прокат одежды мы можем найти в киосках перед монастырскими воротами. Безусловно, для похода в лес вам стоит приобрести карту местности прямо в центре посетителей. Поверьте, это вам пригодится. Возле горных источников располагаются прекрасные рестораны для туристов. Наличие горных источников гарантирует то, что мы можем отведать вкусные блюда из свежей форели. Однако, если вы не являетесь любителем рыбных блюд, вам обязательно предложат мясные. Для тех, кто имеет вместительный желудок и большой аппетит, мы рекомендуем отведать мучное блюдо, имеющее название мезе. Кроме того, имеет смысл попробовать рыбную розовую икру, запеченные баклажаны, приправленные оливковым маслом и тахини. Так называется кипрская густая паста из молотого кунжутного семени. Ее добавляют ко многим блюдам, например, к фалафелю и к хумусу. Цацики известно каждому туристу, который уже успел побывать в Греции. Также вы можете попробовать долмадес, приготовленный из риса и мясного фарша, который завернут в виноградные листья и заправлен помидорами и перцем. Невероятно вкусные оливки с фасолью в сметанном соусе. Отдельную главу занимает блюдо из кальмаров, осьминогов и крабов. Кроме того, нашему вниманию предлагаются приготовленное на гриле филе ягненка и разные виды фрикаделек и пельменей. Вино кумандария очень хорошо сочетается с сушеными фруктами и сладкими пирожными на десерт.
Монастырь Кикос, основанный в 1100 году, в честь Пресвятой Богородицы, сейчас самый большой, известный и богатый на Кипре. Он знаменит во всем православном мире, и сюда круглый год стекаются паломники. В монастыре находится одна из трех сохранившихся икон Богородицы, авторство которых приписывается апостолу Луке. На протяжении столетий местные жители почитали икону, а чудеса, происходившие на острове, объясняли ее присутствием. Хотя монастырь несколько раз сгорал дотла, икона всегда оставалась невредимой. Икона Богородицы до сих пор хранится в монастыре, и ее чудесные свойства по-прежнему привлекают туда многочисленных паломников. Согласно традиции, в пещере горы Кикос жил старый отшельник по имени Исаия. Однажды византийский наместник Кипра Мануил Вотамитис, который проводил лето в деревне Маратаса, отправился на охоту в лес. Сбившись с пути, он долго не мог разыскать дорогу домой и случайно наткнулся на Исаию. Наместник попросил ему указать дорогу, но удалившийся от мира отшельник ничего ему не ответил. Рассерженный таким поведением, Мануил Вотамитис ударил Исаию. Некоторое время спустя наместник вернулся в Никосию, где неожиданно заболел неизлечимой болезнью шатикой, являющейся разновидностью паралича. Находясь в мучительном болезненном состоянии, он вспомнил, как бесчеловечно поступил с отшельником и стал молить Бога о выздоровлении, чтобы попросить прощения перед ним. Мольбы наместника были услышаны, и он исцелился. Именно там, в 1926 году, начал свое церковное восхождение Макарий III, ставший впоследствии первым президентом Кипра. После смерти он также был похоронен в 3 километрах от монастыря. Его могила в настоящее время является очень популярным местом посещения туристов и паломников. Приятный щебет ласточек смешивается со звоном колоколов, призывающим к литургии. Верующие повязывают белые ленточки на ветви деревьев в знак благоговения перед небом. Многие туристы стремятся подойти к Белому кресту на вершине холма, который виден издалека. Растущие доходы острова вкладываются в многочисленные спортивные и развлекательные программы, предназначенные для туристов. В настоящее время на вершине гор Афродиты созданы профессиональные поля для гольфа, и это привлекает многих посетителей преимущественно из Великобритании. Здесь расположен роскошный отель с бассейном, а с террасы
открывается живописный вид на окрестности. Мы получим незабываемые впечатления от острова, если посетим ферму «Аргонавтис», где разводят замечательных осликов. Мы доберемся сюда на старом автобусе от горного села Калакидара. Обычно водители очень приветливы с пассажирами, и от них можно услышать множество шуток и песен. Να έρχεται η αγάπη μου να με φιλά στο στόμα. Στον ποταμό του καραβά θα γίνω έναν γιοφύρι. Να έρχεται η αγάπη μου να με φιλά στα χείλη. Пейзажи очень живописны, и даже если мы не понимаем слов народной песни, настроение у нас будет весьма приподнятое. И степень хорошего настроения можно увеличить и подкрепить крестьянским самогоном Живании. Его изготавливают из выжимок винограда, как, например, грузинскую чачу. Руководители фермы обучают посетителей основам катания на ослах. You take it from here. You do like this. Now to go. All right? You hit back. That's peaceful. And you say Ella. All right? To stop. To stop. You pray. Show. And back. Okay? Pull. This all the time is not good. You don't like. So this has to be free. Only when you want to stop and back. Okay? Show. Alright? Because we're gonna stop every 5 seconds. Для каждого туриста специалисты подберут ослика по размеру. Детям выдают шлемы для безопасности поездки, а для удобства посадки на ослика в загоне предусмотрена специальная ступенька. Нам становится известно, что быстрый осел имеет имя Шумахер. В то же время наш бесконечно поющий водитель с помощниками занимается костром для приготовления сувла-кебаб. Так называется кипрский шашлык. Спустя некоторое время мы добираемся до старинного монастыря Синди. Этот монастырь 13 века был восстановлен в 1997 году под патронажем ЮНЕСКО, и впоследствии он получил премию «Европа Ностра». Мы возвращаемся на ферму с собранными апельсинами, а замечательные шашлыки уже готовы. Веселье нарастает, и все больше бутылок вина и самогона Живании откупоривается для гостей. И вскоре начинаются танцы под традиционные мотивы. Пляс пускаются и греки, и иностранные туристы. Все те, кому не чуждо веселье.
На русский язык фильм озвучен Plantation Production Studio.